Марийцы – один из народов финно-угорской группы Уральской языковой семьи. Этническая родина марийцев – Среднее Поволжье. Основная часть проживает в республике Мариэл, а также на территориях других республик и областей Поволжья и Приуралья. По переписи населения 2002 года в России проживало около 605 тысяч марийцев, в том числе 5600 из них в Пермском крае. Вторая половина XVI века – время активной миграции марийцев из Среднего Поволжья на восток. Это переселенческое движение на Урал заканчивается к середине XVIII века. Предки марийцев расселились по реке Сылва и основали деревни Тибиняки, Васькино, Иванково, Красный Луг, Сызганка, Каменка, Тукманы, расположенные в Суксунском районе Пермского края. Прикамских марийцев поэтому принято называть сылвинскими по месту расселения. Миндер чону жаргана койот, ой, зима пасу аштара, шунала тетта уши шпойзу, тиратала шепагат бала. Уро кошки замема годама, коки там шуялтаза, Терзя садук саскагане мне маца ганазан. Наверное, довольно. Это про что она лирическая или как? Когда ну, как сказать, раньше мама пела, ну, как вам сказать? А как она? Одна из главных причин переселения марийцев на восток – стремление сберечь свою традиционную культуру и древнюю религию предков. Марийцы Прикамья избежали христианизации и исламизации и до настоящего времени сохраняют традиционные верования и считаются язычниками. В современной культуре марийцев Прикамья живут многие древние черты – самобытный диалект языка, традиционные праздники, обряды, религиозно-мифологические представления, богатейшее фольклорное наследие. Семьдесят дней куштал пень, парням белый чемопень.
А сакуштен муралден, эртарена имрана, татулиен евртена, модоктена хашкена. Модена востел кумолетен, и лашатен кушконна, ойгам шидем тега коден, еракашкелетона. Ойгам шидем тега коден, еракашкелетона. Еще больше нет вроде? Нету, вся эта песня кончилась. Ритата, ритата, колошечкин вид пурус, а те идем кошмена, на вам маня ваш курсю. Куште миле, киваром атеролор, идем кошпаш пещера, тем идем горно терогор. Сули вид шекильги манат кела, нонжо шашили, а баже Традиционный костюм марийцев Прикамья до сегодняшнего дня сохранил богатые орнаменты, архаичные мотивы вышивки и узорного ткачества. Традиция изготовления народного костюма и сегодня жива в марийских деревнях. В каждой семье народный костюм – обязательный элемент приданного дочери. А сколько рисунков бывает вот таких на шовере? Видишь, это буква «Т» так идет, а тут такой же рисунок, вот так идет. Соображаете, буква «Т»? Но. Вот так. А тут вот так идет. Чуть-чуть. То же самое. Пасы гапка пучо тамаска ламасте момасте. Айкайка ламасте момасте. Айкайка ламасте момасте. Та елегатся на века и тамас, йота самасте момасте, ме йота саматасте момасте, йота саматасте момасте. Урем буктен каймем годом, бекадяста ком гае, ай бекадяста ком гае. Ай, века дьяста, ком гае. То муралтем, то сискалтем, то пуре нужен лектам. Ай, то пуре нужен лектам. Ай, то пуре нужен лектам. Фольклор сылвинских марийцев – уникальный образец традиционной духовной культуры предков, отличающийся богатством архаичных черт и разнообразием жанров. В самобытном и многогранном поэтическом творчестве марийцев особо выделяются обрядовые мелодии муро, исполнение которых чаще всего было приурочено к семейным обрядам. Особенность марийского фольклора – бытование особого, характерного для каждой обрядовой ситуации, напева, который объединяет циклы четырехстрочных куплетов. Напев «Некрт муро», солдатка Ужатымаш Муро сопровождал проводы в солдаты. Салам рамо, кем карточка рамон, чем Ашкенжанатолмазамбучала. Кидастемуло сегесоли, и кидастем ойсигитсол, дескидастем сарчакитсол. Дескидастем сарчакитсол. Ружатен котемас саланен кая, Парчан-парчан погомо малим кодеш. Парчан-парчан погомо малим кодеш. Let's go in now, not to the best, you know, Palmach. No. Let's go in Palmach. Come on, Sammy, think I...
Собранные в антологии песни записаны от фольклорных ансамблей и исполнителей из марийских деревень Васькино, Иванково, Красный Луг, Сызганка, Тибиняки, Суксунского района Пермского края и дают возможность познакомиться с богатейшим наследием древнего народа Прикамья. Ильина Любовь Степановна, 38-го года рождения. Живу в Васькино, родилась в Иванково. А молодая сакамент? Вот, у меня двумя именами хожу. А зовут тетя Тася? Да, вот тетя Тася гуляет, а Любовь Степановна по документу ходит. Я 30-го, у меня Николаева Августина. Николаевна, я родом Сызганский, живу в Иванково, 5 ребята, 10 внучок и 9 браунучок, мне 18, 19 внучок есть. Вот и все.